Приветствую всех жителей и гостей канала Hard City. У микрофона снова Андрей, и мы продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Дикая Охота на максимальном уровне сложности насмерть. Плотва наша снова в рабочем состоянии. И это здорово, это отлично. Мы же наконец-то закончим задание Гвинт Веленские игроки в этой серии. И если останется время, займемся знаками вопросов на карте. Посмотрим, какие тайны скрывает этот чудный край Велен, где одни только топи, болотистые леса, трясины и тому подобное. Гади, плотва. Так, вот у нас деревня Подлесье. Сразу посмотрим доску объявлений. Сидите тихо, когда темно, загадочные сны. Держитесь подальше от нильфгаардцев. Каждую шлюху, которая будет якшаться с нильфгаардцами, я обрею наголо и опозорю. А каждому предателю, который заведет дела с черными, всю морду располосую. Патриот. Аноним, значит, да? И ешьте кошек. Старый Милка чокнулся. Бегает по двору в одних подштаниках и орет всякие непристойности. Во всех, кто подходит к забору, швыряется грязью, как водная баба. Лучше обходите его дом стороной, если вы в чистом платье. Так, заказ лишачиха. Слушайте, слушайте, на полях у нашей деревни завелось какое-то дьявольство. Только ни дух и ни призрак. Старый Вильям гробом матери клянется, что это лишачиха. Так это или нет, только будьте осторожны. На поля одни не ходите, а без косы или граблей и подавно. Кому же отваги достанет прогнать чудище, тот получит награду. Болька, староста Подлесья. Возьмем задание, когда-нибудь его выполним. Так, купец-спонсор. Амулетики? Визарчики? Может, черепаший камень? Не, это меня не интересует. Карты есть у тебя? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни, надежные средства в ненадежное время. Во, карты есть. Так, покупаем все карты. Еще одна карта Рубайл. Это отлично. А все остальное мусор. Так, ему оружие продавать не будем. Лучше к кузнецу толкнем. Давай лучше в Гвинт. На максимальную ставочку. Не хочешь сыграть в карты? В Гвинт, к примеру. Так, значит, у нас тут одна карта Рубайл есть. Значит, Сабрину нахер. Добавляем Рубайл. И поехали. Ох ты ж, колода чудовищ. Должен быть серьезный противник, наверное. Ну, поехали. Карта Игорёшек. С Игорёшей знакомы. Видели его. Волколак. Не-не-не, давай ты без тумана. Все, спасовал. Ссыкло. Медика обратно в руку возьмем, еще кого-то с помощью этой карты достанем. Ха-ха-ха.
Интересно он ход сделал, блядь, все карты себе запорол. Интересный молодой человек. Зачем он это делал? Непонятно. Ну все, победа. Иди тренируйся, купчишка. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Неплохая рекламка, мужик. Неплохая, но меня интересует больше... Покажи кое-что товары. Другое. Во! Значит, это все говно ему продаем. И купим у него две карты. Остальное тоже все продаем. Так. А на все остальное у него денег просто не хватает, чтобы это купить у нас. Так, ну и хорошо. Почини тогда все снаряжение. А заодно сейчас продадим тебе все остальное. Отлично. И давай в картишки сыграем. На 10 крон. Ты часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Хочет, по глазам вижу, что хочет. Вы видели, как он сразу заинтересовался? Отлично. Поиграем. Это, скорее всего, тоже поражение для нашего противника. Шансов на победу у него, честно говоря, маловато. И это все? Да уж. Слабенькие вы, ребятки. Учитесь у торговца из той деревни, у которого супер топовые карты были. А я сегодня получил горбушку хлеба. Да ты молодец. Где ее получил, расскажи. Я-то колдуньи не хожу. На здоровье, слава богам, не жалуюсь. Ты любишь перчиков? Ты их что, грызешь или так дайте пройти. Хорошо, что в деревне снова есть. Школота. Так, это староста. Во, гадка. Ты играешь в гвинт? Говорят, что гадко глупый. А гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Отлично, давай. Ну давай сыграем. Ну поехали.
Гадко. Посмотрим. Говорят, что игрок ты хороший. Проверим. Обратно шпиона. Все, спасовал. Ну и ладно. Ух ты ж, связь катапульт. Это серьезно. Ни хрена себе. Да я тебя понял, братишка, все. Надо время просто потянуть. Карт побольше у него набрать. Ну, вытащить, вернее, из него побольше карт. Все, спасовал, да? Ну, ладно. Что жук делаешь, блядь? Все, гадко. Ты проиграл. Гадко, проиграл. Бывает и так. Награда твоя. Бери. Отлично. Так, и что мы получили? Карту Вернона Роше. Отличненько. Заменим ее. Вместо Кейры Мец. Во, хорошо. Так, ну и надо последнюю карту выиграть. Повезет, что лучше пешком пройти. У прорицателя. А он, видно, где-то очень далеко находится. Да, он слишком далеко, а здесь вот рядом просто обилие огромное знаков вопросов. Предлагаю все-таки начать с них. Плотва, шевелись. Вперед, плотва! Сейчас посмотрим, что там за знаки вопросов. Лагерь бандитов. По дороге нашли. Ой, да. Хорошо, вы в команде работаете, я так посмотрю. Вы прям такие сработанные ребята. Головы больше нет. Бывает и такое. Потерял голову просто от ведьмака. Сера, чистое серебро. И это все. О, а ты откуда вылез? Хватит болтать, к бою.
Ты откуда вылез вообще? Он просто от кровотечения умер. Бывает такое. Я думал добить, но он решил умереть сам. Так, еще один лагерь бандитов. Ох, здесь и бандитов, конечно. Что-то вас здесь многовато как-то, нет? Да ты хотя бы доживи до этого момента, блядь, чтобы заняться. Так, что-то как-то вас, конечно, многовато, ребят. Ай-яй-яй. Больно же. Давай, давай, подыхай. Опа. Минус ноги, вожак. Такой себе ты вожак. Без ноги. Так, а чё вы тут прятали, а? Чё у вас есть? Толченый жемчуг, слиток. Чертеж, отвар и какой-то гамбизон. А ну-ка. Во, получше нашего будет. Новую фуфаечку с вами нашли. Так. Ну вот, рядом следующий знак вопроса. Сюда и направимся. Чё здесь? Опять лагерь бандитов, не? О, ни хрена себе вас тут. Тут бы бомба не помешала. Есть какая? Ослепление. Газ. Ой, да ладно, хотя бы что-нибудь можно и просто бомбами побросаться в них. Ой-ой-ой, вы чё, лучники, вы чё делаете? Ах ты в жопу. Ну-ка, как вам там в облаке с газом? Нормально всё? Не воняет? Ряды редеют. Так, тихо, там ульев очень много. Надо будет потом медок пособирать с них. Где там последний прячется? Вот и селяне местные вернулись. Тут у них алтарь какой-то, видимо, был.
Так, не ныть. Дайте я лут соберу. Тяжело было убить это страшилище. Какое? Бандитов? Ну, поглядите сами. Я бы не сказал, конечно, что тяжело. Но и нелегко, конечно. Ну так, нормально. Ух-ё. Я просто хочу мед собрать, а вы мешаете, ребят. Что это за звук был только что? Я что-то так и не понял, что это было. Так, все, больше здесь ульев нет. Ты что, с медведем танцевал? Верно, милосердная. Да, по идее все. А ежели кто не помнит прежних. Так, отвар из куролиска. Все алхимические зелья можно использовать один дополнительный раз. Не знаю, будем мы пользоваться этими отварами или нет, но сделать мы их обязаны. Это само собой. Так, глаза разбегаются просто в разные стороны. Столько здесь всего. Даже не знаю, за что браться. Но. Ну давай, давай, поехали. Поскакали. Ни хрена себе. Это кит какой-то. Том был когда-то. Это кишки. Какое здоровое и мерзкое создание. Так, а что там за штаны, кстати, были? Лучше, чем наши, не? А, не. Не лучше. Так, где здесь ближайший следующий знак вопроса? Здесь? Ну, давайте сюда. Почему бы и нет? Все равно это все нам надо исследовать. Посмотреть, пособирать, полутать. Поэтому и поплавать придется, и понырять. И чего нам только вместе с вами не придется делать. Утонул опять. Ох уж эти утопцы. Что, не достреливаем? Ну ладно. Подводной охотой занимаемся.
всплывай, Геральт, пока мы тут не утонули вместе с утопцами. Так, надо бы выбрать время сейчас. Скоро у нас уже не будет места в инвентаре. Надо будет распродать все это барахло. Но пока еще место немножечко есть. Может, еще один знак вопроса, и тогда уже поедем, продадим все, что мы нажили непосильным трудом. Лагерь бандитов опять. Бандиты. Не бойтесь, да? Умирать не страшно, не бойтесь. Этот пират ловко блокирует. Вы думаете? Опа, вы что творите? Пираты. Ай-яй-яй, вы что делаете? Что это может быть? Мне это надоело уже. Вот и все. Записки пиратского главаря. Что может быть лучше войны? Реданцы с нильфгаардцами друг другу в горло вцепились, а на нас никто и внимания не обращает. Можно грабить, тащить, убивать, покуда не надоест. Так ведь это не скоро настанет. Я обычно не пристаю к берегу в людных местах, но в этот раз у нас не было выбора. После последнего шторма лодка начала черпать воду. Надо было ее вытащить на берег и починить. Мы вышли на берег, готовые к бою, а никто и не попробовал нас прогнать. Правда, то и дело доходят до нас смельчаки от какого-то барона, но от них нам больших хлопот не бывает. Потому как нам особо спешить некуда, я решил вместо того, чтобы латать старую калошу, выправить нам новую лодочку. А что? Надо пользоваться этой заварухой покуда можно. Говорят, тут где-то рядом есть небольшая корабельная верфь. Нам подойдет в самый раз. А пока мы ждем новый корабль, пошлю людей, чтобы поискали знаменитый клад королевы Зулейки. Если там есть хоть десятая часть того, что я слышал, то мы все будем богачами. Во всяком случае, я. Ага. Головка на рукояти меча. Будет он богаче, а как же? А клад мы вместе с вами сами поищем. Бля, уже перегруз. Ладно, попробуем с ними справиться так. С перегрузом. Ну давай, давай, давай. По одному только. Сопляки. Ребята, у меня перегруз. Не надо лишних движений. Все, хватит. Убью.
Чё я пытаюсь подпалить эти бочки, блядь? Никак не получалось. Ну и ладно. Так, все, что здесь есть, это для меня. Хотя как-то и не густо здесь всего. Где-то же должен быть их основной сундук, где нас должна ждать самая главная награда. Так, ну ладно, давайте этот наденем. Все ублюдочно, конечно, выглядит. Ну, что поделать. Плотва, давай ко мне. Надо поехать продать это все барахло. Так, вот здесь лагерь беженцев. Шевелись, плотва. Здесь есть быстрое перемещение. С того места и переместимся. Опять уже ульи есть. Или я с той стороны просто не смотрел. Так. Значит, отправимся во Вроницы. Там все это распродадим. Вы что там на плотву напали? Алло. Плотва, ко мне. Плотва, иди ко мне. Плотва. Она решила потанцевать возле утопца. Плотва, забей на них вообще. Нам надо распродаться. Советую не злить меня. Советчики какие-то нашлись. Советую не мешать мне распродаваться. Опа. Здорово. Чем могу служить? Так. Покажи товары. Я хочу посмотреть твои товары. И все это продаем. Так, рубашку, конечно, зря продали, но ладно. Думаю, еще найдем. Не беда. Так, что-то все равно веса довольно много. Так, золото нахер не надо, по идее. Серебро еще пригодится. Ладно, нахер, эти камни тоже все продадим. Починимся. Продадим еще раз, что можно продать. Пообщаемся. Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен, и гузно тебе подтирать. А ты сможешь? Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь.
Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самое лучшее. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да, тогда да, но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Будьте здоровы. Если я окажусь на скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Да уж, заданий мы с вами набрали просто до хренища. Чем могу помочь? Продать кое-что надо. Что у тебя есть на продажу? Странный у тебя говор. Ты со Скеллиге? Сарт Скеллига, но с детства жила в Гольмштейне. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. Ну что ж, давайте уже попробуем сыграть с ней, но она очень сильный противник. Она очень сильная. Не желаешь сыграть в Гвинт? Игрок. Планетники нам дождь посылают. Так, планетники, может, и посылают нам дождь, но мне бы лучше планетники послали победу в игре против этой барышни. Да иди ты нахрен со своим дождем, слышь. Себе. Вот это ты, конечно, вещи делаешь грязные. Ну чё, тут только посовать. Так, ты успокаивайся, давай. Убирай это все говно. Так, а
чё в отбое есть? Да, толком ничего. Нет, это все-таки поражение для этой женщины с Артскельги. Насосалась она, конечно. Ой-ой-ой, просто. Все, победа. Вот и отлично. Так, что у нас есть еще по знакам вопросов? Целое разное множество. Но давайте в этой серии уже закончим с заданием веленских игроков. И отправимся к прорицателю. Чтобы в следующей серии уже даже глаза нам не мозолило. Это поручение. Если у меня сын родится. Так, где тут наиболее близко можно переместиться? Во. Отсюда. Плотва, иди сюда. Поскакали. Так, тут по-прежнему волки вместе с лешим ходят, я помню. Не бейте. Он 20 уровня. Нам с вами еще очень не скоро можно будет к нему заглянуть в гости. Ой-ой-ой, плотва, ты что делаешь? Так, с гнездом чудовищ тоже разберемся, но позже. Но пошла. Нам надо успеть у прорицателя карту выиграть. Все остальное еще успеет наладиться. Так. Я ждал тебя. Откуда ты меня знаешь? Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть. Слушай, я вообще-то пришел в карты поиграть. Я хочу спросить. Ну да, я играю в гвинт. Да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. Сыграем. Разложим карты? Так, тоже колода чудовищ. Это опасные противники.
Так, дедуля, давай-ка сдавайся. У тебя шансов маловато. Или у меня маловато. Но лучше в этом раунде я спасую. И не зря. Ну все, давайте тогда пасуем. Вот и все, дедуля. Победа наша. Как оно бывает с этим ясновидением. Я знаю, где по осени вырастут крупные маслята. А вот как играть, чтобы выиграть, пойди знай. Возьми эту карту, она твоя по праву. Красивая вышла победа. Ты слышал про каких-нибудь других игроков? Вели не для тебя один достойный противник. В деревушке под лесью живет. Гадко. Глянешь на него, дурак дураку, но игрок знатный. Мы его уже выиграли. Так, это задание, получается, мы выполнили. Это хорошо. О, ты вернулся. Давно у тебя видение? С детства. Как-то взяла меня мамка к деревенской ведьме. Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой. А если серьезно? А если серьезно, то в юности ударила меня камнем по затылку. С тех пор я и вижу всякое. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Давай. Ну, слушай. Я вижу белого волка. Он смотрит, как великая змея кусает и пожирает серебряную лилию. Он хочет ее остановить, но змея быстрее. Лилия должна погибнуть. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. А если бы ты принес драконий корень? Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Ну, давайте, давайте. Посмотрим. Посмотрим, может, оно еще там. Кстати, что интересно, этот старый мудрец рассказал про великую змею, которая кусает серебряную лилию. И что ведьмак должен спасти серебряную лилию, но не успевает. Это начало игры Ведьмак 2, когда ведьмак из школы змеи, Лето из Гулеты, пожиратель котлеты, убивает нашего старого доброго короля Фольтеста. Так что это мы уже действительно пережили. Тут уж старый мудрец будущего нам не сказал. Ну что ж, время серии подошло к концу. А это значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем до новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующей ведьмачьей серии. Всем пока. Ёбаный, 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 ёбаный
на своем понимании. Ну все, вы его делаете, мою мать.